Господи, зову к Тебе я в этот час с мольбой и преклоняюсь пред Тобой я скорбною душой. Не дай погибнуть и сгореть, дай от лукавого укрыться, и не дай силам ослабеть, о Боже, дай мне исцелиться. Проси меня, о мой Господь, во всех грехах моих, дай искушения побороть, не дай погибнуть в них, не дай погибнуть и сгореть, дай от лукавого укрыться, и не дай силам ослабеть, о Боже, дай мне исцелиться. Чем долг свой заплатить, но Ты заблудшего любя благоволи проси. Не дай погибнуть и сгореть, дай от лукавого укрыться, и не дай силам ослабеть, о Боже, дай мне исцелиться. На землю Сына Ты послал, и жил он в нищете, и на Голгофе смерть принял за грех мой на кресте. Не дай погибнуть и сгореть, дай от лукавого укрыться, и не дай силам ослабеть, о Боже, дай мне исцелиться. На земле лишь не за меня ли за согрешивших всех, за них Он кровью истекал и смыл их тяжкий грех. Не дать погибнуть и сгореть, дай от лукавого